не перекличка львов. Пришел Чук. Все? Все утихомирились? Ну? Чука? Что ты злишься? Аж палки грызет. Чего ты злишься? Что ты носом землюешь? Что? Что характер? Что? Пошла. Ну и чего ты злишься? Вон вожак пришел. Сейчас порядок наведет. Такой левый, за тебя красивый. О, ты ж, Лянь, задира. Чука. Непорядок в датском королевстве. Куда мы полнолуние? Мальчишки думают, лучше держаться подальше. И бегом. Ну и тебе ж, конечно, надо. Из-за ее плохого характера. Поддерживал. Ну что, у нас вечернее шоу-представление со львами. Мы выпустили боевого заместителя Чука. Вот, Гека. Гек пошел сразу. Они пошли по большому кругу наводить порядок. Ну вот идет Чук. Вот, он проверяет вечерний распорядок. Чука, все хорошо. Все хорошо, Чука. Хорошо, все. Находиться здесь — это страшное удовольствие. Страшное удовольствие. Чука, вот такой Чука, вот молодец. Идет мимо тебя, трется. Чука, не можно драться. Вот он, главный. Самый главный человек. Самый главный лев. О, у этой дамы плохое настроение. Как раз идет нет. Иди, из-за тебя это все. Скандалистка. Скачу.
Россия. А то ж, ой, это. Ну, львица, что-то у нее. На то он и человек лев. Вот такая была разбойка. Скандалистка. Зайди лучше. Таня, зайди. Нет. У него есть волшебный тапок. Нет. Белой. Все было тихо и спокойно. Из-за тебя. Идите оба. Все, уже все выяснили. Все отношения выяснили. Да, да. А чем занят директор Тайгана вечерами? Вот ты опять, эта белая львица. Сегодня луна не в том доме, видно, что у нее плохое настроение. Да уж, народ бедный весь изнервничался. Немножко пошумели, немножко повыясняли, кто в сафари хозяин. Алексей Алексеевич, берегите себя. Это не для слабонервных. В хранителе должно быть в основном класс. Слушай, это было спокойной ночи. Малыши. Да, спокойной ночи.